Группа 40+. Первое задание. 1А. В течение 6 минут установить 3-повторный максимум в приседании со штангой на груди. 2 минуты отдыха. 1Б. Выполнить максимум повторений в течение 6 минут. 21 двойной прыжок, 15 подтягиваний до груди мужчины, до подбородка женщины. 9 подъемов штанги, 80 кг для мужчин, 40 кг для женщин, на грудь. Приседания со штангой на груди. Штанга поднимается со стоек или пола в исходное положение на груди любым доступным способом. При выполнении приседаний необходимо в нижней точке опускаться в полный сед, при котором ось тазобедренных суставов ниже оси коленных суставов. В верхней точке необходимо полностью распрямляться в тазу и коленях. Если подъем с пола осуществляется в сед, такое движение засчитывается как одно повторение. Не засчитывается движение, при котором в нижней точке движения бедра не опускаются ниже параллели или ось тазобедренных суставов не опускается ниже оси коленных суставов. Не засчитывается движение, при котором верхние точки коленей не распрямляются. Не засчитывается движение, при котором верхние точки таз не распрямляется. Двойные прыжки через скакалку. При выполнении двойных прыжков за один прыжок скакалка должна совершить 2 оборота под ногами. Не засчитывается движение, при котором скакалка не совершает 2 оборота за один прыжок. Подъем штанги на грудь в стойку. Штанга поднимается с пола одним непрерывным движением. При приеме штанги на грудь ось тазобедренных суставов должна оставаться выше оси коленных суставов. В конечной точке движения необходимо продемонстрировать контроль над штангой на груди. Таз и колени распрямлены, при этом ноги должны располагаться на одной линии во фронтальной плоскости. Допускается подъем штанги на грудь в разножку, а также ножницы. Не засчитывается движение, при котором атлет не демонстрирует контроль над штангой на груди при полном распрямлении в тазу и коленях. Не засчитывается движение, при котором в верхней точке движения ноги атлета не находятся на одной линии во фронтальной плоскости. Не засчитывается движение, при котором при приеме штанги на грудь ось вращения тазобедренных суставов опускается ниже оси вращения коленных суставов. Подтягивание до груди подбородка. В исходном положении атлет должен выполнить вис на перекладине на полностью распрямленных в локтях и плечах руках. В конечном положении в подтягиваниях до груди грудь должна коснуться перекладины в любой точке ниже ключиц. В конечном положении в подтягивании до подбородка у женщин подбородок атлета должен быть выше перекладины. Допускается выполнение подтягиваний в строгим стиле, киппингом, баттерфляем. Допускается спрыгивать с турника после достижения верхней точки движения. Не засчитывается движение, при котором в положении виса на турнике атлет не распрямлен в локтях или плечах.